здесь все оказались совершенно не случайно. Вы люди, которые были отобраны вашими руководителями непосредственно на местах, для того, чтобы стать лидерами изменений, стать центрами, вокруг которых будет происходить изменение объединенной строительной корпорации. Программа обучения я нахожу действительно полезной. Она позволяет вспомнить базисные понятия планирования. Есть возможность обсудить с коллегами те спорные моменты и острые углы, которые происходят в работе каждый день на различных предприятиях УАК. И выработать концепцию, как эти углы можно обойти и принять какие-то правильные решения для того, чтобы в дальнейшем данная работа была максимально прогрессивной и эффективной. Изначально идет от нас. Если хочешь изменить что-то вокруг себя, начни с себя. Вот я руководитель маленького бюро, у меня в штате меньше 20 человек. Но если я начну с себя, начну меняться, менять свои какие-то принципы управления людьми, то и они этим заразятся, они это будут применять в своей работе. И тем самым как бы пойдет тут обратная реакция, и это будет расходиться все шире и шире. Очень полезные знания приобрел с точки зрения управления запасами. Нас познакомили с тем, как найти баланс между складскими запасами и потребностями. То есть наложили две концепции just in time и just in case. И мы с практической точки зрения вчера проработали, обсудили, какое оптимальное решение выработать. Эти программы полезны тем, что они нас вынимают из нашей привычной среды производственной. Мы там варимся, скажем так, в собственном соку, а здесь мы можем понять, увидеть, что есть нововведения, есть какие-то новые технологии. Нас здесь могут научить новым принципам работы. Я считаю, что такие форматы полезны. Более того, уверен в том, что за такими форматами будущего, потому что мы здесь из разных предприятий УАКа собрались, у каждого своя проблематика, у каждого своя специфика. И в общении где-то мы можем друг другу помочь с тем решением, которое нужно принять в отношении проблем, которые у нас существуют. Поделиться обратной связью по участникам Объединенной строительной корпорации. Они с большой активностью принимают все вызовы, которые им дают преподаватели, очень активно работают в группах, прорабатывают свои кейсы, задачи, общаются с преподавателями, получают ценные знания, навыки. Следующая у нас будет поездка на завод, у нас будет экскурсия, у нас будут игры, и активная работа предстоит в дальнейшем.